Популярный артист лейбла Black Star, который в последнее время пропал с радаров шоу-бизнеса из-за участия в шоу «Холостяк», снова дал о себе знать. Артисту удалось выиграть суд и доказать, к плагиату он не имеет никакого отношения. Напомним, в сентябре 2017 года компания Black Star получила повестку в суд и возможность лишиться 4 миллионов рублей. Именно столько потребовал музыкант Алексей Вдовченко, гитарная партия которого была якобы использована в треке «Папина дочка». Мало того, что адвокату Егора Крида удалось доказать, что документы Вдовченко были фальсифицированы и композиция полностью принадлежит Black Star, так лейбл готов подать ответный иск, чтобы показать всем, как неповадно выезжать за счет популярного артиста.